Смотрите, в Семрепе есть вот такой небольшой маленький музейчик. Вход там 5 баксов с человека, дети бесплатно. И здесь огромное количество собрано старой техники у людей. Тетушка, жена хозяина, она даже немножко говорит на русском, пытается, все, говорит, забыла, потому что давно не практиковалась. Лет, говорит, 40 назад я училась где-то в Ростове-на-Дону на радиоинженера. Урал? Yes, 1965. This morning I go outside. Сила, да? Хондочка. 125 кубиков, видимо. 59-й. Ой, 8-й. Еще одна Хонда. Bentley. You see here Bentley. Honda Bentley. Оригинал. Давай, 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 давай. This one. Yeah, I can sell cheap. It's the writing mean, eh? Yeah. Mean girl. Вот это как называется? Король дороги. Мопед. Не трогать. Хонды. Примерно 1950 год. Смотрите, какой 1820 год. В основном, конечно, японская техника. Honda, Suzuki, да, вот идут. Все старенькие. Скупил, говорит, во Вьетнаме, в Таиланде, в Лаосе. Ну и здесь по Камбодже тоже шарился. Очень много мопедов. Велик с керосиновой лампочкой. Часы в таком музее, конечно, немножко нефтемашина, но ничего. Ю, шарп. Also, I never opened. 1950 год. Радио. И смотрите, какая аппаратура. Пластиночка. Красотища. Кобра. Кобра Зенит. Stop. When you want to start, you check out. Every morning. No. You need to check. Главное, яйца не забить. Короче, тут деньги с разных стран висят у них. Старые французские деньги. По-русски написано, да, Швеция, это видно. Тут французский Индокитай. Хмерские деньги старые, я таких еще не видел. Их давно уже в ходу нет. Тоже какие-то старые. Баксы старые разные. Это современные деньги из Новой Зеландии. Тут чего только нет. И еврики, и все остальное. О, современные хмерские, кстати говоря. Тут не очень хорошо видно, но часы. Часы, часы, часы. Отражается, поэтому не очень хорошо видно. Командирских наших нет.
мопед из Индии, 40-е годы 20 века. Ой, это может быть вообще ягуар будущий. И вот еще одна прикольная торпеда. Она интересно работает. Не мог понять, как и куда привод передается. Оказывается, в рабочий момент, короче, эта фигня проседает и колесу там прижимается. И вот поэтому здесь износ. Блин, сейчас сосредоточусь, камера. Вот, видите, износ. 30-е годы 20 века. Еще раньше вот эта штука. Это бомбический телевизор. Он без пульта, 100%. Как обычно, отверточкой, да, его... Да. Тут у мужика коллекция старых фотокамер. Тут же мы же увидим наши 90-е, пленочки, Fujifilm, Kodak. Что еще есть? А только они и есть. Fujifilm и Kodak. Fuji in the back side, not here. Практика. И где? Зенит? Вот и Зенит, да. Смотри. Тыдыщ. 1972 года. Камера, вон, что написано, 1888 год. Kodak, 1900. Жалко, ни хрена не видно из-за отражения. О, Polaroid 61 года. Тут уже посовременнее камеры пошли, чем в предыдущем. То есть вторая половина 20 века. Вот Nikon уже, видите, современные эти. 1757. Короче, тут какой-то волшебный сертификат к этим часам. В общем, там записка гласит о том, что этих часов всего лишь 1000, этот экземплярчик под номером идет 542. Дяденька нам любезно открыл, сказал, что никому не открывает, а нам открыл. И он их начал делать в 1740 году, а закончил в 1757. 17 лет часики делались. Вот так-то. Короче, хозяин музея сказал, что правительство открывает в столице тоже музей и хочет у него выкупить эти часики. Они предлагают ему очень мало, поэтому он не соглашается. А когда цена возрастет порядка 3 миллионов бачей, то, он говорит, уже можно будет переходить к деловому разговору. Вот такие вот дела. Керосин, you know, here, fire and steam. And second generation, new the charcoal. Ой, красота какая! Керосиновый утюжок. Не хотите ли? Кофемолки. Кофемолки. Смотрите, какие формы. Ой, красота какая. I don't care. You know my place by the Google map? Молодец, моторолки, Nokia 3310, приколюшечка, да? Сейчас этот уже фиг найдешь, Эриксон, молодец, мужик. Ну и будем, короче, заканчивать, уже и так почти на 9 минут, печатные машинки. Все, будем заканчивать, вот такой вот был музей. Прикольно. На минут на 10, на 15 прийти поглазеть, повосхищаться старым. Очень будет интересно. Все. Всем пока.